Итак, дорогие друзья, Python for Android, Kiwi. Как вы видите, уроки по шагам. Добавляются. Если честно сказать, то работаю с утра до вечера каждый день, так как и Django надо делать, и развивать, значит, Python OOP. И взял еще Big Data, хочу еще добавить в школу два языка C и C++ и поставить на служение Python, хоть Python осина описан, но научить людей переписывать. Ладно, вернемся к Kiwi. Значит, мы с вами до этого делали следующие вещи, то есть изучали, как рисовать дизайн, кнопки, все. Ну и нарисовали там человечка. На этой неделе далее мы пойдем уже далее. Будет это далее заключаться в том, что теперь нам надо достичь следующего. Мы с вами напишем код, научимся динамически изменять фигуры в Kiwi. Для вас это будет определенный шаблон, по сути дела, связанный с классом виджет документации. Ну, так, будем говорить так, она довольно сложная, то есть требует разъяснения. Поэтому поступим следующим образом. Мы с вами разберем следующие методы: то parent, то виджет, то window, и научимся рисовать динамически, как я говорил. Выглядеть это будет следующим образом. Если ранее мы могли только двигать человечка, то теперь мы сможем добавлять сколь угодно этих человечков. Далее рисовать фигуры, так как мы будем использовать toggle button, то есть кнопка, которая постоянно нажата. То есть вот в действии, пока мы не нажмем еще раз, она будет нажата. Или линии. Например, ура. Ну, я не художник. Передвинем кружок. Сейчас я остановлю, пока нарисую. Ура, заработала. Ура, заработала. Ну, по сути дела, что я под этим предполагаю? Я под этим предполагаю дать определенный шаблон, где, в принципе, мы будем использовать динамические привязки, то есть динамическое изменение координат, динамическое рисование, как вы видели, чтобы у нас появлялись новые фигуры динамически. Вот, я думаю, что это довольно интересно. Kiwi, сразу скажу, она не сложная, тут все работает в принципе по шаблонам. Один раз, когда вы поймете что-то,
Далее сохранили себе код, что-то можно там поменять, но будет работать. Поэтому в этом Kiwi проста. Ну, как я говорил, переживать не нужно. Если шаг за шагом делать, то все, в принципе, довольно понятно. Довольно понятно. Единственное, что, конечно же, Kiwi надо уделять достаточно времени. Достаточно времени, то есть просто-напросто брать и тренироваться, писать, писать, писать код. И когда вот сообразили, не так, что написали и забыли, а написать несколько приложений, каждый кусок кода прописывать осознанно, тренироваться, потому что откладывается все намного зачастую позже. В общем, кто хочет программировать, будет. Ну вот, в принципе, что я хотел рассказать, куда идем далее.